Наказ організувати теракт на Чорнобильській атомній станції віддав Володимир Путін. Про це повідомляє Головне управління розвідки. Росіяни, які зараз контролюють станцію, хочуть створити небезпечну ситуацію, вину перекласти на Україну. Наразі ЧАЕС повністю відключили від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії. Станція знеструмлена, а українських ремонтників загарбники не допустили. З нами на зв'язку Ольга Кошарна, членкиня колегії Державної інспекції ядерного регулювання. Ольго, вітаю вас. Наскільки серйозна зараз загроза? Добрий вечір. В настоящее время работают резервные дизель-генераторы на всех ядерных установках. И по последним сообщениям временно исполняющего обязанности директора Чернобыльской АЭС подвезли дополнительное топливо. Ситуация опасна тем, что сегодня вот появилось сообщение Главного управления разведки Минобороны о том, что готовится провокация и что будет инсценировано, как будто работала российская диверсионная группа. На самом деле, то, что происходит сейчас на зоне отчуждения и вокруг Запорожской АЭС, это вопиющее нарушение Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма. И действия Российской Федерации однозначно подпадают под определение преступления, как во второй статье этой конвенции. Россия нарушила также конвенцию о физическом защите ядерных материалов, статья 7, тоже как преступление это определяет. И, естественно, международную конвенцию о борьбе с захватом заложников, потому что... Пані Ольго, я змушений вас перервати. У Яготині повітряна тривога, то жителі міста, будь ласка, спускайтеся у підвали або сховище. Пані Ольго, продовжуйте, будь ласка. Поскольку около 300 человек персонала, медиков и разоруженной нацгвардии являются заложниками оккупантов. Чем грозит отсутствие энергоснабжения на ядерных объектах? Там есть, можно сказать, три ядерных объекта, которые содержат ядерные материалы. Это хранилище отработавшего топлива Чернобыльская АЭС мокрого типа Хаят-1, сухого типа Хаят-2 и объект укрытия. Там тоже есть ядерные материалы. То, что мониторинг потерян со стороны МАГАТЭ, которое МАГАТЭ осуществляет в рамках реализации договора о нераспространении ядерного оружия, соглашения о гарантиях и дополнительного протокола, мониторинг ведь потерян МАГАТЭ и на Запорожской станции. А вот, я уже не говорю о том, что контроль за безопасностью не осуществляется нашим национальным регулирующим органом, госатом регулирования. Нет доступа никакого. Не работают системы автоматически радиационного контроля. Поэтому что происходит на этих объектах, сложно сказать. Но если оставить без энергоснабжения, и в том числе если закончится топливо на резервных дизель-генераторах, то начнутся процессы следующие. Хотя МАГАТЭ написала, которая, кстати, не называет войну России против Украины войной, а конфликтом украинским, то что грозит? Во-первых, вследствие, скажем, воздействия гамма-излучения на воду, в которой находятся отработавшие сборки, происходит производство водорода. И при достижении определенного объемного процента, при отсутствии вентиляции, которая не работает, естественно, когда нет электричества, возможен взрыв и пожар. Это описано в отчете по анализу безопасности этого хранилища в главе 13. Кроме всего прочего, бассейн требует подпитки, должны работать насосы для того, чтобы снимать остаточное тепловыделение. Несмотря на то, что это топливо там уже лет 20 хранится, тем не менее, если вдруг эти варвары каким-то образом нарушат герметичность бассейна и будет осушаться бассейн без подпитки, то при достижении 25% от уровня первоначального, да, в отчете по анализу безопасности написано о том, что коэффициент размножения нейтронов будет больше единицы, и это самоподдержит цепная ядерная реакция. И вот тогда эти сборки разогреются, расплавятся, и вместе с водородным взрывом
будет распространение радиации. То есть сегодня, в день, когда 12 лет со дня аварии на Фукусиме, и там была похожая история с бассейном выдержки для отработавшего топлива, когда бассейн осушился и произошел водородный взрыв тоже. Вот. То, что Россия затеяла, ну, как вам сказать, это варварство. Это варварство. Россия, она разрушила международный режим ядерной радиационной безопасности, который строился годами и после Чернобыльской аварии. Россия – глобальный режим вообще безопасности. И все международные организации, типа ООН, МАГАТЭ, которая структура ООН, ничего поделать не могут. Они только глубокую, так сказать, обеспокоенность выражают. Но пані Ольго, якщо дозволите, у мене уточнення. Тобто я правильно розумію, що якщо не поновлять енергопостачання на станцію, тобто у нас є там скільки днів до аварії? Скільки? Ну, сейчас, сегодня стало известно, что топливо подвезли. Информации о том, на сколько дней хватит для работы дизель-генераторов, нет. И Укрэнерго готова ремонтировать эту линию. Но они же не пускают ремонтные бригады, они угрожают убить, они стреляли над головами рабочих. Это что это такое? То есть они шантажируют весь мир, но и как показывает вот ситуация вокруг Запорожской станции, где вчера заминировали берег Каховского месторождения, которое находится рядом с Запорожской станцией. Понимаете, они без правил, они воюют без правил. Они так, это зрозуміло, це стиль Росії, який вже неодноразово показували. Скажіть, будь ласка, в разі аварії, ну, ми сподіваємося, що, звичайно, її не буде. На яку територію може розповсюдитися радіаційне зараження? От госатомрегулювання якраз, воно займається моделіруванням розпространення радіонуклідів в атмосфері в залежності від температури повітря і направлення вітру. На кожну дату вони це роблять. Картина на сайті у них є. Это может быть и территория Беларуси, прежде всего, которая ближе к нам, если будет ветер, скажем, юго-западный, и территория России. А если ветер будет северо-восточный, то, соответственно, это пойдет на европейские страны. Напомню, что хотя нельзя будет сравнить, конечно, масштаб радиоактивного загрязнения с последствиями Чернобыльской аварии, но напомню, что тогда ветер как раз дул и на территории России, и Беларуси, и обнаружены были радионуклиды Швеции даже. Ну, тобто, в разі аварії зачепить і саму Росію. Зрозуміло, дякую вам дуже за таке детальне пояснення.